Многие говорят, любительские бои интереснее, чем поединок профессионалов. Голодные до побед, с горящими глазами юниоры и юниорки выходят в октагон, в специальную клетку, чтобы отстоять себя. На этот турнир приехало почти 200 бойцов со всего региона. Приезжают ребята, которые незнакомые, и приходится вот закатывать такие как бы поединки очень хорошие. Вчера то есть у нас самому взрослому участнику 43 года, мой воспитанник. То есть цели не было никаких, там отобраться в сборную, попасть в страну. Просто говорит, я хочу подраться. Родные стены помогают. Так и в этом случае для барнаульских бойцов. Выступление на своей территории давало больше мотивации. Ну, на самом деле здесь две стороны. Как бы. Одна сторона – психологическое напряжение перед своими. Да? Другая сторона, что ты дома, тут весогонки, все это очень проще дается. Да? Больше плюсов, скорее, чем минусов здесь. Больше всего золотых медалей завоевали бойцы из Бийска и Барнаула. Но не только победители, а также и призеры турнира попадут в сборную края, которая будет состязаться уже в первенстве Сибири. Турнир пройдет с 18 по 20 марта в Новосибирске. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.